Когда война закончится, ты станешь капитаном корабля. Обязательно. А ты будешь женой капитана. Большая премьера к юбилею Победы. Мы уверены, что в городе действует некая диверсионная группа. Вызывайте ленинградцев. Нет. Нет, я против. Сабуров мой друг. Держись. Держись, Егор. Если бы тебя бы здесь не было, он был бы жив. Я тебя прошу, Лена. Без самодеятельности. Так точно. Теперь будем действовать по моему плану. Выполните приказ, товарищ капитан третьего ранга. Даже на линии огня есть место настоящей любви. Что мешает тебе сейчас взять счастье в свои руки? Просто я думал, что должен сказать. Не должен. Не нужно ничего говорить, товарищ капитан второго ранга. «Черное море» с 27 апреля в 21:20 на канале «Россия».